Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и сегодня я буду видеочат. Короче, рулетка, ребят. Да, то есть доступ к веб-камере, ко всякой хрени есть, так что сейчас будем, короче, тестировать это все. Погнали. Так. Камере и микрофону. Не знаю, давайте заблокируем, хер с ними. Короче, давайте так, пока что. Надеюсь, у меня это записывается. Это что? Если у меня это записывается, это смешно. Так, дальше. Черный экран. Так. Ребят, видели фон сзади? Я его вернул. Че, никого нету, что ли? Да не может быть. Смотрите, везде черные экраны. Так не круто. Вообще. Интересно, меня слушают? Или нет? Потому что я давно здесь не был. Ой, пропустили уже. Так. Пока что здесь ничего интересного нет. Так. Давайте разрешим. Это к чему? Это к веб-камере только или все? Не знаю. Пофиг. Закрыть. Хрен его знает. Так. Ну, она сейчас занята. Я сейчас снимаю видео, поэтому... Но я ее включил. Так что... Ладно. Нету. Нету. Опять нету. Опять нету. Погнали дальше. Залагало что-то. Хрень, короче, какая-то, я не знаю. Давайте еще что-нибудь попробую. Еще что-нибудь. Давайте вот это вот включу. Так. Обновить. Я не знаю, что за хрень. Ну, go. Разрешить. Это к микрофону я не хочу. Так что ладно. Ну и... Да ладно, серьезно? Да уж. Фу, никто не хочет, смотрите-ка. Никто. О, все, тихо. Блядь. Пипец. Ребят. Интересно, меня слышно? Алло. Надеюсь, мне это все записывается. Капец. Пипец. Ну, надеюсь, меня там не записывается. Это какой-то капец. Вы только посмотрите, у него что-то обои какие-то рваные. Какое-то зеркало. Ну, что-то типа... стола или диван. Хрен его, короче, знает. О, ебать. Ебать. Вы его видели, ребят? Надо пересмотреть. Сразу я выложу в YouTube это видео. Надо пересмотреть. Офигеть. Офигеть. Офигеть, что это было? Что это было? Что это было вообще? Я думал, что будет что-то интересное в видеочате, но не думал, что такое будет что-то. Это капец какой-то. Надеюсь, это у меня все записалось. Ну что, никого нету.
Ладно. В общем, ладно, стоп. А, в общем, вот так мы посмотрели видеочат Ару. Это такой сайт, где можно чат-рулетку сделать. В общем, вся эта хрень. Сегодня это не удалось нам там что-то посмотреть, что-то сделать. Так что в следующем видеоролике, наверное, это все будет. Как только набирается на этом видеоролике 100 лайков, я сразу выпускаю вторую часть видеочатов, только уже на другом сайте, и там будет, наверное, что-то покруче. Ну а если вам это видео понравилось все-таки, то обязательно поставьте лайк, и ждите вторую часть, она будет офигенная. Кстати, ребят, я сейчас выпущу, сейчас у меня монтируется видео про CSGO, поэтому вот всем, в общем, удачи и всем пока.